В Барнауле памятная акция проходит второй раз. В прошлом году высадили рябины в сквере химиков. Сегодня в знак памяти и родительской любви мамы и папы рано ушедших из жизни малышей высаживают кустарники дерен. Символично, что каждый год приходит у нас порядка 13-14 семей. Семьи высаживают деревья. Это память о малышах, о потерях, которые произошли у них либо во время беременности, либо малыш родился на свет, но прожил совсем недолгое время. Денис и Марина уже второй год принимают участие в акции. 10 лет назад в их семье случилась трагедия. Супруги потеряли дочь. Сегодня в память об ушедшей малышке в изумрудном парке стало на один кустарник больше. Так мне как-то проще, легче память хранить все равно о первой дочке. Все равно сейчас все хорошо, у нас двое сыновей, все замечательно, но тем не менее ту историю я помню, и вот такие акции помогают хранить память и не то что проживать, а отпустить или как-то легче к этому относиться. В качестве символа продолжения жизни можно было высадить не один кустарник. Поэтому некоторые семьи сделали несколько насаждений. На протяжении многих лет люди планируют посещать это место в памятные даты и разделять здесь радостные события. Заботиться о растениях, говорят, готовы так же, как заботились бы о детях, которых нет рядом. То есть мы сейчас еще находимся в трауре, хотя прошел почти год, и мы вот очень рады, что есть такие акции, как «Росток памяти», что в них можно принять участие, оставить память о своем малыше. Теперь будем приходить, разговаривать, поливать с нашим саженцем. Мы будем сюда приходить, потому что все мы понимаем, что не у нас одних это произошло. И мне очень хочется, чтобы об этой акции многие знали. В кризисном центре рассказывают, принять участие в акции могут не только родители, но и близкие родственники. Растения высаживают по всей России уже шестой год подряд. У каждого родителя своя мотивация и цель. Но самое главное – сохранить добрую память о малыше. Мария Костолева, Данил Кузнецов. День с толком.